В рамках вашего станок Вахшандерш в течение 6 месяцев активно бизнес, ассоциации были вовлечены в обсуждение всех норм проекта таможенного кодекса. Порядка 500 поправок было инициировано, из них 60% были приняты. Хотел бы уже министры доложили об основных новациях, хотел бы кратко остановиться на тех новациях, которые тоже беспокоили бизнес. По тем жалобам в реестре проблем мы постоянно обращали внимание, что кроме тех сроки, количество документов, которых уже серьезные, фактически можно сказать, революционные, может новации вступить уже с 1 января 2018 года, оставались вопросы определения стоимости таможенной, классификации товаров и системы управления рисками. Как правило, выяснялось, что при определении таможенной стоимости, предварительно при выпуске таможенная стоимость определяется одна таможенным сотрудником. Ну и дальше в рамках камерального контроля, который, кстати, тоже был постконтроль до 5 лет, сейчас также синхронно, как и налогом для малого и среднего бизнеса, сокращается до 3 лет. Это тоже, естественно, улучшение, безусловно, для бизнеса. И постоянно возникали коллизии определения таможенной стоимости и до начислений, на что бизнес чаще всего жаловался, и классификация товара. Сейчас эта коллизия устранена. В новом кодексе принята норма, что таможенный орган уже фактически на предварительном уровне уже нормативно определение стоимости вступает методика, и фактически бизнес уже не попадает в эту вилку в рамках уже посткамерального контроля, что, конечно, снимает данный вопрос. Ну и также сняты вопросы по отнесению по кодам, на что тоже бизнес существенно в разных случаях жаловался. Существенно расширены случаи непривлечения декларанта к ответственности, предусмотренных кодексом в административных правонарушениях. Также исключена ответственность лица за непредставление таможенным органам предварительной информации или нарушение его сроков. Очень много бахчанцев в ходе поездок по региону, вы тоже заметили, в СЭЗах поднимали много вопросов, что многие нормы, которые привлекательны инвестиционно в рамках СЭЗов, в рамках вот таможенного кодекса не регулирован. Сейчас эта коллизия тоже устранена. Установлена возможность снятия с таможенного контроля товаров, которые в рамках льгот предусмотренных СЭЗов фактически с момента принятия целевого характера уже снимается с таможенного контроля. Ну и, конечно, очень долго поднимался вопрос, вы его хорошо знаете, Бахшамдиш, по урегулированию деятельности на СЭЗ МЦПС Харгос, и этот вопрос тоже министр доложил, фактически нашло свое решение в данных новациях, которые будут в кодексе. Ну и самое главное, конечно, вы знаете, что то, что бизнес ждет, это безусловный приоритет электронного декларирования, который удалось и правительству вместе с бизнес-сообществом в рамках таможенного кодекса ЕС, он будет приоритетным установлен, и все ожидают, что с 1 января, и фактически все 17 процедур таможенных, которые предусмотрены в кодексе, они фактически все будут привязаны к автоматизации процессов. Уже более 1,5 лет по вашему утвержденному плану реализуется проект вот «Астана-1», и самое главное наше беспокойство, ожидание, чтобы мы успели теперь к этой автоматизации быть готовы, потому что фактически все новации, все мощнейшее облегчение для бизнеса, вот это бесконтактное, электронное, до 4 часов, в принципе, мы недавно были в комитете госдоходов, смотрели презентацию всех этих автоматизированных программ, которые разрабатываются, там до 15 минут даже можно получать, но даже до 4 часов это огромное расстояние, огромное облегчение для бизнеса, и мы ожидаем, что все замечания к Астана-1 у вас мы несколько раз осматривали, руководство КГД хорошо в курсе, они говорят, до октября будет доработан, мы ожидаем, что это масштабирование получится до конца года напряженно поработать, и ваше поручение было вместе с Министерством коммуникации и информации, и мы ожидаем, что эти вопросы будут сняты, и электронный декларирование в полную силу вступит, что, конечно, существенно даст возможность бизнесу в таможенных процедурах. Ну и буквально несколько вопросов, которые Бахшанович хотели бы, они такого, может быть, не принципиального характера, мы полностью поддерживаем основные инновации. Здесь есть улучшающие моменты, допустим, толкование норм, коллизий, неточностей в налоговом. Сейчас в целом все кодексы по поручению главы государства носят такой дружелюбный характер, то есть принцип добросовестности толкуется в пользу бизнеса. В таможенном кодексе тоже такая норма есть, где при налоговых проверках, если выясняется, что были какие-то коллизии, неточности, это толкуется в пользу предпринимателя. Мы просили в рамках обсуждения, чтобы и в период таможенного оформления тоже распространить. Я думаю, что это не требует каких-то серьезных разногласий. Можно было бы на весь процесс распространить, то есть в случае коллизии неточности это толковалось по презумпции добросовестности в пользу предпринимателей. Ну и есть
по сопутствующим законам в КОАП вносится нормой. В ходе рассмотрения в рабочей группе больше мы редакционно смотрели, но потом в перерассмотрении Министерства финансов некоторые нормы ужесточены по КОАП. Вообще сейчас параллельно у нас уже фактически готов по гуманизации законопроект по внесению в административный кодекс. Мы бы хотели здесь синхронизировать, чтобы у нас не получилось, что в одном месте мы где-то ужесточаем, а в целом идет линия на снижение нагрузки и по штрафам, и по тем основаниям, по которым привлекается. Ну и последнее, в части ограничения, когда сам заявитель или плательщик нарушает сроки внесения поправок, здесь есть небольшая коллизия между налоговым и таможенным кодексом, с какой даты определять, то есть ограничивать движение имущества декларанта с момента, или когда ему выставили уже счет на оплату, или с момента непогашения даты. И такие технические коллизии, мы думаю, что вполне устранимы. А в целом, Махшамович, хотел бы отметить, что и по налогу, таможенному кодексу большая работа проделана, то есть мы 6 месяцев были все вовлечены, и те новеллы есть при электронном декларировании, мы считаем, что это недостаточно будет революционно для бизнеса.